Taurus Quadro – компанія з розробки програмного забезпечення, яка займається плануванням, проєктуванням, впровадженням і міграцією проєктів на платформі SharePoint, Microsoft 365, Dynamics 365 та MS Project. В Україні це відомі великі компанії ТЕК, Інтерпайп та Національний банк України. За 10 років їх роботи реалізовано більше 137 проєктів в США, Європі і Україні. Більшість співробітників є славутичанами. Молоді люди, які прийшли в команду практично після університетів або професійних курсів. 10 років назад я закінчив університет, і, в принципі, вже в то время Taurus уже стартанул, і, в принципі, мене, ну, на окончании обучения вже звали, ну, работать в Taurus. В принципі, я без колебаний согласився, в принципі, дома є айтішна контора, було круто. Вот, и, в принципе, начал работать. Команда по чуть-чуть расширялась. Сейчас, наверное, человек 30 у нас в конторе. Объемы тоже начинали с каких-то мелких проектов по Украине, по городу. Сейчас у нас заказы зарубежные, Америка, Европа. В принципе, Taurus растет, и IT в Славутичи тоже развивается. Работая в Taurus Quadro за весь этот период, с 2015 года, я вырос как в профессиональном плане, так и в материальном, конечно же. И, ну, для меня самое большое изменение — это вот мой карьерный рост. То есть я пришел простым разработчиком, сейчас я уже технический лидер, и это для меня очень большое достижение. Taurus Quadro виповнилося 10 років. Чи є перспективи розвитку компанії саме у Славутичі? Та чи зможуть вони відсвяткувати наступний ювілей? Надихає те, що останнім часом до команди приєднуються з інших міст – Черкаси, Чернігів, Кривий Ріг та Київ. Молоді люди емігрують з великих міст до нашого тихого містечка. Що ж змушує їх відмовитись від життя у великих містах? Відповідь проста – Taurus Quadro та перспективи, які він відкриває для молоді. Я пам'ятаю перше відчуття, як я сюди приїхала. Це, ну, це доволі тихий город по сравнению з Черніговом особливо. Було дуже тихо, було дуже сильно пахло соснами. Це був якраз теж після дождя, але особливо запах був класний. Я поняла, що тут доволі уютно, тихо. Я не люблю великі міста, коли особо шумно. Поэтому я приехала сюда на собеседование. Возможно, специфика изначально была немножко, ну, не мой профиль, но тем не менее меня сюда взяли, и там стажировка, все как положено. Ну, я здесь побыла, мне понравилась компания, руководство, коллектив. Меня все устроило, я решила остаться здесь. Бонус Славутичи то, что город компактный, не так много времени тратится на ту же дорогу. Компания рядом, в принципе, вот. В принципе, Славутич в целом город комфортный для работы, семьи и так далее. Как оказалось, есть работа, которая не привязана к месту работы, несмотря на сумбурность этого, то есть ты можешь оказывать услуги, предоставлять определенную программное обеспечение, поддерживать это программное обеспечение, находясь совершенно в другой стране, в другом месте, вот, и получать заказы со всего мира, вот, и это круто, потому что ты получаешь только один позитив, общаешься с разными людьми, с разных стран. Это достаточно интересный и хороший опыт. Я бы рекомендовала ребятам приезжать в Славутичи именно в Taurus, потому что здесь, как я говорила, здесь как раз та среда, в которой можно развивать себя, развивать свои идеи. И здесь, я уверена, здесь можно найти поддержку. Практически любой идеи. То есть здесь можно развиваться самому и тем самым развивать и компанию, и город в том числе. Засновник компанії Валентина Дорнопих створює всі умови для праці. Комфортний офіс, в якому не тільки зручно працювати, а також відпочивати. Двічі на рік запрошує молодь на стажування та надає робочі місця.
перспективним молодим хлопцям та дівчатам. В принципі, всі в місті орієнтуються на, ну, щоб отримати роботу на станцію, але мало хто знає, мабуть, про Таурус і не знає перспектив, які дає Таурус. Зарплата, квартира, машина, колектив. Ну, в принципе, поскольку моя ситуация, ну, скажем, я переехала из одного города в другой, для меня здесь все было новым, поэтому для меня важно было именно хороший коллектив, который я здесь хорошо что нашла. И, в принципе, вот со временем, да, это и стабильный, хороший заработок позволил мне свое жилье тоже здесь же в Славутиче купить, поэтому... Ну вот следующая цель – это машина, чтобы можно было самой свободно ездить, права получить свободно ездить. Для меня коллектив Taurus Quadra – это как одна большая семья. Мы переживаем какие-то события совместно, делимся какими-то хорошими моментами в жизни компании, да и в личной жизни в том числе. Мы стали тут уже не только семьей, но и братьями, сестрами уже тут и... Кто-то поженился тут, кто-то себе тут и квартиру, и машины приобрел, поэтому как одна большая семья. Цьогоріч перша IT-компанія Славутича Taurus Quadra відзначила свій ювілей. 10 років вони плідно працюють та стрімко розвиваються. Тому і дивляться в майбутнє з оптимізмом. І з радістю готові прийняти у свій дружній колектив тих, хто не боїться труднощів та хто готовий працювати на результат і вдосконалюватись як професіонал. А головне – тих, хто мріє стати фінансово незалежним. Советую начать именно путь с Taurus Quadra, потому что, грубо говоря, здесь как школа, нет, даже лучше так сказать, это как детский садик. Тебя воспитают, и ты точно сможешь пробиться в IT.